все, вот реально даже думать не стала. Не нашла. Что, у меня есть, короче, идея. Черный замш не хочу, соки. Замш его не хочу, хочу кожу. Короче, скинь меня.
Слушай, я, блин, рассказывал. А, типа, за телефон. Вот, я сильно хотела поменять телефон. У меня был 11, но там было мало памяти, то есть был фиолетовый, короче, раздражал. Болбитые. И тут он, короче, такой говорит, что там... Мы обсуждали телефон, он хотел как-то другой, типа, говорит, что там с семеркой, ты рыбыр, он говорит, типа, $300, типа, платить за телефон, блин, мажоры, претик, как дела? Говорит, $300 за телефон, такой, я говорю, папа, говорю, у меня губы, говорю, $400 стоит. Он такой, говорит, сколько? Говорю, $400. Говорит, да, говорит, что, говорит, вообще очень больная. Не, брат, был бы ты красивый, когда с тобой договориться. А вдруг он красивый, откуда ты знаешь? Спасибо, конечно, за привет. Тебе комплимент, ой, смотри, телефон 100 гривен стоит. Неплохо, это что, Nokia 3310, что ли? Помнишь, ты там покупал, между прочим?